Всем привет, зрители, подписчики и канала Малыш Футболист. Привет, ребят, мы Сергеевичи. Да, сейчас мы чуть-чуть вот так вам покажем, как это все выглядит. Вот мы в Шерегеше. Вот там где-то. А вот уже. Вот наша мама с Сашей. Ой, с Викой. А вот здесь кто? Саша с папой. Я куда-то поехал. Саша с папой. Подожди, давай камеру развернем. Санек, ну расскажи, как настроение. И было вчера плохо, сегодня плохо и нормально. Ну что, катаемся, учимся? Да. Как тебе? Получается у тебя? Нет, хоть чуть-чуть? Пока да, пока только совсем немного. Ну вот, ребят, такой короткий выпуск. Мы попробуем, чтобы научиться так кататься, чтобы я мог Саню снять. Хотя бы через день-два, не знаю, получится нет. Пока у нас хорошо катается только Вика. Саня еще только учится. Включение с горы. Вот он, Саня. Не знаю, как нас видно. Сейчас попробую камеру перевернуть. Оп. Опа, Саня, смотри. Вот он, крутой Санек. Малыш, мы катаемся. И у меня шапка прилипает. Вот. Шапка прилипает. Сейчас мы вот здесь и спустимся сразу к подъемнику. Потихонечку с ним. Да. Ну и сегодня, Сань, сегодня уже надо постараться снять видео, как ты хорошо катаешься более-менее, да? Да. Сегодня уже попробуем. Вчера мы учились. Вот мы катаемся вот там, где заканчивается этот вот подъемник низкий. Бугельный, мы на нем катаемся. К сожалению, папа не катается. Да? Да. Почти. Только учу. Все, всем пока. Вот так, ребята, катаемся. С двумя детьми нелегко. Есть свои минусы, но есть и плюсы. Желание научить детей кататься хорошо на лыжах. Погода отличная, ехали 8 часов, ехали вообще с одной остановочкой на заправке. Вот. Ну что, сейчас покажу дочке мастер-класс. Вик, да как тут быстро? Во-первых, я сам давно не катался. 3 года. Быстро. Надо привыкнуть чуть-чуть. Давай, езжай. Все, Сань, поехали. Сань, опять попадаешь. Санек,